Прокуроры попросили для доктора Франкенштейна из Магнитогорска 5 лет лишения свободы. Женщина обвиняется в оказании медицинских услуг ненадлежащего качества, повлекших тяжкий вред здоровью. В Ленинском районном суде Магнитогорска прошли прения. Напомним, по версии следствия, врач-травматолог проводила нелегально на дому косметические процедуры, причем медик не имеет квалификации, лицензии и вообще знаний об оказании подобных услуг. Следствием установлено, что свои услуги доктор Франкенштейн оказывал с июля по октябрь. Эти фотографии одной из пострадавших в уголовном деле теперь в качестве доказательства. Возле ушей черные нитки, а ведь женщина лишь хотела поставить уколы для подтяжки кожи лица. То, что косметолог разрежет ее и изуродует, Вероника и подумать не могла. Она мне в ответ сказала, что я вам предлагаю этого не делать, а сделать 2 небольших надрезика. Меня положила на кушетку, сделала уколы обезболивающие. Я чувствовала, что она там что-то режет. Вот. Потом она наложила повязки и заклеила их пластырем. Но когда я дома увидела, что там просто шок. Вот кадры еще одной ее операции по удалению жира с живота. Сложное хирургическое вмешательство проводилось в домашних условиях и жуткой антисанитарии. Ты боишься? Вот. Больно. Уже говорит все, да, уже вторую не надо. Ну все, вторую тогда через 10 дней. Ты че? Во время процедуры пациентка вместо обезболивающего якобы пила виски, а после собиралась ехать домой на автобусе. Сань, мне там кровь на кофту льется. Кровь на кофту? На кофту, да-да-да-да. И вот прокуроры попросили для женщины 5 лет колонии и оштрафовать на 500 000 рублей. Сама дама свою вину не признала.